мы сейчас обороняться будем, да? Да. Так, зеленый, синий, красный. Это зеленый. Я забыл поменять. А вон станет будет это, этим зданием ебучим? Комп. Нет. То есть из возможностей игрока, который за четвертого играет, только вот этой хуйней станет, да? Да. Пока что. Ну там хотя бы, знаешь, если здание строить. Нахуя? Хуй знает. Ну, сигин жми. Какие районы строить? Как обычно развиваться или чё? Как обычно, да. Как спаунить деревья. Плюс. Там вкладка деревья. Объекты, блядь. Ну вот объекты, выбрал дерево. А теперь я нажимаю плюс дерево, и дальше надо выбрать какое дерево. Нажимаю, а ничего не происходит. Ладно, попробую разобраться. Должно быть просто. Ну, не для меня точно. Блять, а почему я зеленый? Я же желтый должен быть. Ты будешь... А, все. Недоработка. А, все, я помню, как спаунить деревья. Господи, это так просто оказалось. Я освещение еще поменял немного. Как поставить этот долбанный камень на землю? Ебать, вы уебенили, пацаны. Сколько тут городов нарыло? Ну, вообще много. По-моему, 4 один лишний. Нет, ровно 4. Ну, включая столицу, 4 города.
подводи на центр войсковой. Это что, город центральный, он нужен, нет? Я его куплю потом. Что там, военный будешь ставить? Угу. Наверное, не шляпа получается у меня. Войд нападай. Что? Я войду говорю. Да в редакторе надо просто посидеть там, потыкать. Что там? Я уже... Во многом я уже разобрался, но получше с ним обращаться, чем в прошлый раз. Каким-то функциям я приловчился. Например, Ctrl-Z. Какой умный, эволюционирую. Теперь я горы вокруг границ строю. Зачем? Так, надо повернуть камеру. По-моему, надо нажимать Shift. Стрелочки. Тогда как? Если что, на этой версии слева-справа они тоже пойдут. А вот, на колесико мыши поворачивать камеру, господи, как я догадался. Осталось раскрасить горы. Цвет есть. Он здесь подойдет. Ужасно. Значит. А уже получше. Так, блять, хули лагает. А Миана Лэндс переводится как земли Мианы? По-моему, да. Просто карту назвал. Свою. Какая тебе фракция больше всего не нравится в игре? Ну, в смысле, за которую ты меньше играешь? Да хуй знает. А за раньше очень... Я раньше очень много за алинов играл, но теперь я намного меньше стал. Вот они, по крайней мере, потом пойдут оттуда. Пока что героя под 11. Ты тут вообще? Да. Ты что-то не говоришь ничего. Да, Alt надо нажимать, чтобы говорить. Ну, они вместе идут, мне кажется. Нет, не кажется. Вот герой стоит.
Че за хуйня? Мне поражение это читало. А что это так? Почему? Я не знаю, блядь. Вот каждый раз это хуйня, с какого хуя, блядь. А мы опять, мы 2 на 2 поставили режим, да? Сука. Надо было, кажется, за себя ставить. Здоров, бандиты. Играть будете? Ну, кстати, да. Да. Сейчас они доиграют, блядь. Усолиться, вернее. А это кто? Да, Леонардо, говорю. Не знаю. Ну, я карту делаю, я вряд ли смогу. У тебя войска стоят желтые. Войт. Крепость не успеет достроиться, блядь, наперед выводить войска. Карту ты сидишь, Леонард. Вот у тебя войска слишком далеко. Рановато подрывников. Сел. Ларкас, когда вы делали свои карты, вы много в них вкладывались? Блядь, смотря какая карта. Типа, если ты хочешь просто там ландшафт, блядь, деревья и все растает, то это за день можно сделать. Я хочу сделать чудо света. Такие особые, то там вплоть до недели это не что-то. А если там скрипты, там... Это... Ну, не месяц, ну там, не знаю, растянется надолго. А, я не хотел сказать месяц. Месяц это слишком долго. Я не знаю, что за месяц можно сделать. Ну вот карту делал с перелетами. То есть там просто нет наземных войск вообще. Это менял способности, которые там вызывали наземные войска, чтобы они воздушные призвали. И все такое. На это много времени ушло. Я еще до сих пор не доделал, потому что на чифовом, блядь. Там почему-то, блядь, воздушные юниты пропадают, нахуй. Бездна, блядь. А вы горы перекрашиваете, когда делаете? Ну, естественно. Леонардо. Да. Там ссылочка есть, там внизу. Карта. Типа, самая нижняя, это у нас мэп. Это ее скачать надо. Там сверху еще чуть выше БХС, 4.БХС. Увидел? Мэп и БХС, понял. Но мэп надо самую нижнюю. Да, понял. Вот. И переименовать в кусочки. Ну, как там написано. 4 в скобках кусочки. И все в мэпс закинуть. А если не переименуешь кусочки, то функционировать не будет? А почему ты не можешь выслать файл с именем кусочки? Нельзя выслать файл с русским названием? Ну там Discord, блядь, просто убирает русские буквы.
Я понял. ВКонтакте нельзя присылать zip-файлы. ERR. Чёрт, я R не выговариваю. Пом можно. Там просто точка zip будет. Тут, кстати, Джакома, блядь, пиздато создавать, потому что он снимает вот это заклятие темного стекла. Да? А, да, который максимально хп, мне это бесит. Понимаю, еще на время, если бы, но это не на время эффект. Так, если что, слева и справа пошли войска. Да, я уже вижу косяк, ну ладно. Ларкас, а что это за тема с BHS файлом? Это скрипт. А почему, блядь, он отдельно? Ты же показывал, что вроде бы надо просто открывать карту через блок. Это не скрипт, это просто, блядь, какая-то хуета, я что-то помню. То есть скрипты это немножко другое, там язык C вся хуйня. Можно ее по-русски, да, кусочки на кириллице, да? Да-да. Что-то мне кажется, вы проебываете, пацаны. Так. Сейф. Отлично, все, я поставил залежи стимониума. Теперь с другой стороны. У меня будет карта с четырьмя игроками. Довольно большая, да. Но для двоих я согласен. Если что, слева и справа пушки не идут. Потому что можете там крепости строить, блять, они там долго пушивают. Тимати, кто телескоп так близко построил? Так, я сейчас вернусь. Я, если что, все скачал, установил. Ну все, они сейчас проиграют. Давай, да. Ты что, нихуя тут их дохуища? Блять, а я в прошлый раз с Кирита играл, нахуй, я скрипт, ну, типа... Короче, такая хуйня, вот эти вот големы, они раз в 50 секунд, типа, создаются. Пушки, что-то в этом роде. А там, короче, вся эта хуйня, я, ну... неправильно сделал, они все каждые 15 секунд ебашили, как эти. Ну все, нас разъебали, хули тут, блядь. А что по центру карты лучше поставить? Тоже город? Да, город или Тимон. Этот ставь, как он называется, блядь, Левиафана. Ебать, надо, знаете, какую хуйню какую-нибудь там скинуться на пушку, ебать. Вот сюда пушка ебнет, ебать, и все, их нет, блядь. Ты про пушку конец света или молот дожа? Да, конец света. Почему будет? А я лучше туда, наверное, поставлю залежи тимониумов, правда, 15 рудокопов вмещает. Ну да, тут по сути пиздец, конечно. А не, 15-то, по-моему, слишком высоко. 15 можно ведь? Не, это можно, но это много. Ну типа, если там всего одна шахта будет стоять, то можно. Ну ладно, 2 по 10. Тогда ну, так. Пойдет. Да все, я-то там, блядь, крепость не ставил, нахуй. Я-то хуй знает. Ну смотри, ну получается надо, знаешь, как... Это, блядь... Крепостян ставить, если ты говоришь, пушки не идут, там, значит, крепость с... Как он называется, фортом ставить по краям. И вот этот город, который центральный, там, тоже может форт, блядь. Какие-то в городе, и за городом пушки эти, конец света, блять. Ну на пушку надо кому-то скинуться, но это великий город там. Потому что три игрока должно быть, а не два, блять. Так, а как мост-то бридж? Как называется здесь? А вот вижу, Бавариан бридж. Давай, хули, выходим, чё-то. Слишком маленький мост какой-то.
Че там, выходим? Нет, или че? Сдавайтесь, блядь. Кто-то левнул. Кто там, хуй знает. А, ну, все, это либо я вылетел, либо хуй знает. Ты, наверное, вылетел. Наверное, тут, я. Тут уже нехуй делать, как бы, блядь. Хули тут играть-то, блядь. Че, вот ты за Алина поиграешь? Ну, давай попробуем, блядь, интересно, хули. Сниму видос. Как пойду колу налью, Леонардо сказал, там через полминуты появится. Там хоть видно все, да?